Так, тема такая. Kia Picanto 9-го года, пробег 230 тысяч. Создал давление 2 атмосферы вот в этой бутылке. Подключил к топливной рампе. Вот, проверяю форсунки просто. Аккумулятор 8 вольт, две банки мертвые. Вот, уже попшикал, у всех струя одинаковая, форсунки не текут. Но струя какая-то сильная. Кто знает, это сильная струя или нет. Так, сейчас покажу, какая. Вот. У всех одинаковая струя. Вот это сильная вроде или нет. Не знаю.